Держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. Російські ракети сьогодні забрали життя 6 українців. Мої співчуття родинам. В ответ на организованные 2 марта текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Точным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.